Лучше один раз увидеть. Социальная реклама безопасности на дорогах появилась в Белгороде. Студенты-дизайнеры презентовали проект, аналогов которому в России пока нет. Два троллейбуса и автобус были расписаны по мотивам детских рисунков на тему правил дорожного движения. Сегодня они выехали на самые длинные муниципальные маршруты. Еще летом ГИБДД области провела тематический конкурс среди самых юных белгородцев. А студенты Института искусства и культуры на основе лучших эскизов оформили общественный транспорт. Идею поддержали и органы исполнительной власти, выделив деньги для ее реализации. Актуальность темы подчеркивают сотрудники госавтоинспекции. В 2015-м в Белгородской области с участием несовершеннолетних произошло 109 дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 4% больше, чем в прошлом году. И мы очень надеемся, что такая социальная реклама, она обязательно обратит внимание наших уважаемых белгородцев, да и гостей нашего города, на безопасность наших детей, что они будут у нас более внимательны на дороге и не станут участниками дорожно-транспортных происшествий. Сегодня же дети были в числе первых пассажиров обновленных троллейбусов. Читали стихи, раздавали листовки пассажирам, напоминая о правилах безопасности дорожного движения. В следующем году общественный транспорт с подобной социальной рекламой планируют запустить в Губкине и Старом Осколе.